Городской администрации вовсю готовится к предстоящему празднованию Нового года. В настоящее время ведется поиск подрядчика на монтажные работы по установке элементов тематического убранства площади Ленина. Ее главное украшение, как и в прошлом году, будет неизменным. Основным визуальным эффектом остается так называемое звездное небо, которое шатром покрывает пространство площади от верхушки новогодней елки. С начала открытия площади Ленина для массовых посещений начнет работу ярмарочный городок в развлекательной локации с качелями, горкой для катания на тюбингах. Работа аттракционов будет осуществляться на бесплатной основе. Все мероприятия по подготовке праздничного пространства планируется завершить к 25 декабря. Концепция новогодней площади представляет собой синтез разных тематических малых архитектурных форм, фотозон, развлекательных и рекреационных площадок. Настоящий зимний городок развернется и на Адмиралтейской площади. К Новому году здесь впервые создадут праздничную зону. Разработана концепция прочного оформления площади, которая предусматривает размещение ледового катка с искусственным льдом, светового шара, колонн, тоннеля, украшения гирляндами и елями. Световой шатер будет оборудован вокруг памятника 300-летию российскому флоту. Пристальное внимание будет уделяться и вопросам безопасности. В работе схема расстановки большегрузной техники, ограждающих турникетов, рамок металлодетекторов на площади Ленина и Адмиралтейской площади. Готовится конкурсная документация для проведения аукционов на определение частной охраны организации, на проведение смотровых мероприятий, а также круглосуточную охрану площади Ленина в период с 1 декабря по 31 января. Традиционно пройдет и благотворительная акция «Чудеса под Новый год». Его организаторы – централизованная клубная система. Все собранные средства пойдут на нужды учреждений культуры. Разнообразная новогодняя программа предусмотрена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также семей участников СВО. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал.